Знаешь, иногда вот начинаешь вести прямой эфир на телеканале 78, это «Полезное утро», и смотришь по сторонам и задаешься вопросом, где ты, радость моя, но потом поворачиваешься и понимаешь, что все в порядке. Радость тут, радость здесь. Но это все шутки, а он к чему ведет? Нужно же как-то было подвестись к сюжету. Именно так называется песня нашего артиста и практикующего хирурга, кстати, Александр Ломия, с композицией «Где ты, радость моя» в рубрике «Музыки. Музыка для утра». Тысячу причин меня не видеть снова, и понимаю, я один здесь виноват по полной. Я знаю точно, ты одна и ждешь, наверное, не меня, но я по-прежнему люблю тебя, радость моя. Я не хотел тебя терять, и мне казалось странным, что не сумел тебе сказать тогда о самом главном, что мне отнюдь не все равно, ведь нам с тобою суждено всегда быть вместе заодно. Скажи мне просто, где ты, радость моя? Скажи мне просто, где же искать мне тебя? Я все готов отдать, чтоб счастье найти, ведь в целом мире мне нужна только ты. И скажи мне просто, где ты, радость моя? Скажи мне просто, где же искать мне тебя? Я все готов отдать, чтоб счастье найти, ведь в целом мире мне нужна только ты. Знаю, я виноват, но все же верю точно, любовь нам поможет. Я прошу, ты прости, если сможешь, ведь в целом мире ты всех мне дороже. Я прошу, объявись, моя радость, ведь, надеюсь, немного осталось. Друг без друга встречать нам рассвет, и зачем мне жить, если тебя рядом нету? Знаю, я виноват, но все же верю точно, любовь нам поможет. Я прошу, ты прости, если сможешь, ведь в целом мире ты всех мне дороже. Я прошу, объявись, моя радость, ведь, надеюсь, немного осталось. Друг без друга встречать нам рассвет, и зачем мне жить, если тебя рядом нету? Скажи мне просто, где ты, радость моя? Скажи мне просто, где же искать мне тебя? Я все готов отдать, чтоб счастье найти, ведь в целом мире мне нужна только ты. И скажи мне просто, где ты, радость моя? Где же ты, где же ты, где же ты? Но где же искать мне тебя? Я все готов отдать, чтоб счастье найти, ведь в целом мире мне нужна только ты. И где же ты? Где же ты, мне скажи, где искать? Где искать, подскажи. Только ты, только ты, только я, только ты, только я. Yeah.